Яны яшчэ школьнікі, аднак упэўнена могуць аказаць дапамогу пацярпелым у надзвычайнай сітуацыі. Сёння пад Гомелем урачыста адкрылі міжнародны злёт юных выратавальнікаў. Форум праходзіць у 17-ты раз. З года ў год яго геаграфія пашыраецца. Расія, Украіна, Польшча, Германія, Латвія, Арменія, усяго 14 краін свету. Упершыню ўдзел прымаюць юныя выратавальнікі з аб'яднаных арабскіх эміратаў. З падрабязнасцямі нашы карэспандэнты. 15 команд с 14 краин света у специализованной лицей при Университете громадянской обороны МНС приехало больше як 100 юных воротовальников. Им от 14 до 17 годов. У составе каждой команды 7 юнаков и девчат. Разом с ними наставники. Усе нетерпение чакают первых споборництва, однако по традиции первый день отведены на знакомство. 17-й год собираются ребята и побыли на этом слете более 20 стран. Надо сказать, что и наши ребята имеют возможность, победив на республиканском конкурсе, выехать за пределы страны и поучаствовать в аналогичных конкурсах в других странах. Вот они вернулись с Азербайджана, ранее выезжали в Россию, участвовали в Украине, были и в Латвии, в Литве, выезжали в Великобританию, в Соединенные Штаты Америки выступали и всегда очень ярко представляют нашу страну. Гонар Беларуси обороняют пераможцы республиканского злета юных воротовальников команда Могилевской области. Настрой на борьбу и перемогу. Подчас подрыхтовки нават выучили своих соперников. Очень рада, что мы сюда приехали. Чувствуется огромная ответственность, что надо показать класс и хорошо выступить. Мы тренировались и представляли, что мы уже будем победителями. Знаем, кого не стоит отпускать далеко вперед, но мы не будем говорить. Знаем, узнавали. Почти все участники нашей команды планируют связать свою жизнь с профессией пожарного. У нас в Объединенных Арабских Эмиратах эта специальность очень востребована. В такого рода соревнованиях участвуем впервые. Конечно, хотим победить. Пожелайте нам удачи. Программа взлета вельми насыщенная. Удельников чакают спортивные спаборы. Интеллектуальные гульни, творчие конкурсы. Упершню молодые люди смогут поспрачаться за звание лепших воротовальников на водах, продемонстрировать свои физические здольности у шматборьи и поудельничать у особистом конкурсе юных талентов. Здесь присутствует 14-15 команд из разных стран. Это дети, которые познакомятся друг с другом. Вырастут, не только они будут знать, будут осведомлены о рисках и катастрофах, но и у них сложится взаимоотношения друг с другом. В результате это будут отношения и дружбы между странами. Напереди споборницкий тыдень. Конечно, чакая юных воротовальников и яскравая позаконкурсная программа. Экскурсии и дискотеки. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель».